Здесь Чехов соседствует с Мейерхольдом, а сборник сценариев с французскими романами. За 45 лет через театр «Апрель» во Дворце культуры «Родина» прошло несколько поколений. В этом зале устраивают читки и репетируют спектакли. А теперь тут есть и своя библиотека. Когда мы работаем над какой-то пьесой, то эти дети погружаются в материал. И, конечно, есть громкие читки, и материал остается здесь. И вот таким образом у нас понемножку стал пополняться этот книжный шкаф. Большинство из этих книг уже побывали на сцене в качестве реквизита. А еще здесь пособия по актерскому мастерству и романы, которые использовали для постановок. Свою книгу принесла и Анна Лаврухина. Выбрала нестареющую классику. Принесла одного из своего любимого автора, Шекспира. Потому что, во-первых, в театре «Апрель» часто проходят постановки, в том числе и драматических спектаклей. И Шекспир в том числе здесь ставится. Пока это только один шкаф, но сотрудники «Родины» уверены, скоро его будет недостаточно. Подготовили место для новых книг. Если у вас есть чем поделиться, обязательно приносите в театральную библиотеку. Кстати, открыта она для всех желающих. Правда, попасть в нее можно только в часы работы самой студии. С 3 часов дня до 10 вечера.